Freestyle Production представляет. Freestyle будка на Indo R&B. Цени. Ну что, всем снова здорово, я Шорох, мы находимся в центре нашей столицы, вы смотрите новую серию фристайл будки, а что вы еще ждете, все уже началось. Цени. Сегодня в гостях у меня мой старый друг, представитель раста рэпа в нашей стране, зовут его Чек, встречайте. Жизни след на ощупь нет, не может распознать, кто желает зла, а кто добра, хотя не мешал обстать. Эй, раста, скажем, осталявиста, системным принципом станцуем фристайл, написал, эй, миссиал, танцпол, системное пространство, а танцев наших рухнут, стены вавилонских станций, захватившим сознание, сознанием, дело получив признание, но с пустой душой отвлекшим на старабское существование. Ну что, Ман, расскажи вообще, как докатился ты до жизни такой, с чего все начиналось, расскажи людям, как бы, я знаю твои творческие какие-то успехи, какие-то проекты, в которых ты участвовал, расскажи еще для зрителей портала, с чего все начиналось вот по сегодняшний день. Очень здорово, что появился фристайл будка, да, потому что раньше смотрел какие-то рэп-сити и думал, когда у нас вот такое будет, и вот первый кто это сделал, это очень серьезный шаг. А если пошагово смотреть, если разбирать как бы это как некую лестницу, по которой я шел, то начинал все. В 98 году мне было 11 лет, только исполнялось даже. Вот, и ну, в начале в школе все это было, мне подарили кассету, вот, и вместо «на-на», как я написал, у нас была традиция на день рождения дарить кассеты, мне подарили рэпершу «Нана». Вот. «Нана», да-да. Короче, я очень удивился, что «Нана», оказывается, стали черной женщиной, вот, и в результате врубил дома музье, очень прокачало, кайфово, и вот, наверное, с того момента все понеслось. В определенный момент я подумал, почему не могу тоже делать, там, рифмовать, биты и прочее. Было все довольно смешно, это хип-хоп и джей, и первые какие-то... Ты начал сначала писать музыку или сразу начал писать текст? Слушай, нет, первые были 4 строчки, довольно такие банальные, детские, а потом уже под них я попробовал сделать первый бит, но это был, знаешь, такой бит, то есть сэмпл уже готовый, ты вставляешь все, и очень появился хит «Что ты хочешь?» B.I.M. сейчас. Вот. Это я помню, это был хит. Да, это был хит, но при этом это было сделано на диске, который я купил на Горбушке, и, в общем, выставил сэмплы какие-то, но думал, что я очень крутой битмейкер на тот момент. Вот, и, короче, как-то шаг за шагом все пошло. Был еще такой проект BHS, Батиш, да. Сейчас крэк-чек. Плюс сольный чек я делаю. Я просто как бы стараюсь контактировать с людьми и ну, не иметь каких-то предрассудков, да. То есть там, как начиналось, Питер гонит на Москву, Москва гонит на Питер. И я всю жизнь был против этого, да. Вот, и с Батиштой, да, мы работали, записали около 5 треков, думали делать альбом, но потом появился проект Бандерас, и Бати, как бы, ну, это не было как расставание, да, просто он сделал свой шаг, я сделал свой шаг, и, в общем, BHA выступили на Hip Hop All Stars, в определенный момент раскачали Ледовый, там, кстати, я в первый раз услышал Фьюза, вот, они выступали со Смоки, с Асаем, с Криплом, со Стручем, Амбриако. Вот, и, конечно, кайфанул от питерской школы и даже не думал, что на самом деле через какое-то время мы будем делать вместе с Фьюзом. Плюс был проект G77, Ром Жиган сейчас пишет сольный альбом, вот, но есть в планах, кстати, возобновить на какой-то взгляд на какое-то будущее. Думаем сделать альбом B.I.M. еще один. Круто. Вот, и, ну, это пока что так в планах, думаю, что все должно быть круто. А так все развивалось, то есть все начиналось из городка, с DCMC, какие-то, был у нас боксерский зал, там снимали на выходных бибой танцевали, мы фристайлили, и как-то вот так вот все понеслось. Зарабатываешь ты только музыкой? Концерты, музыка, я имею в виду, все сопутствующее, или у тебя, может быть, есть какая-то работа, которая не имеет отношения абсолютно? Нет, Ман, я зарабатываю только музыкой, и на самом деле были какие-то возможности, были периоды, когда кэша не было совсем, и вставал вопрос о работе, но я просто не представляю себя в костюме, в галстуке, в 7 часов утра вставать после... Респект. Да, после всего... что предшествовало ночи. И, короче, не представляю себя, я делаю музыку, в принципе, на жизнь хватает, я не езжу на Бентли, да, там, на своих пока двух, но думаю, в скором времени возьму тачку. Так, на жизнь хватает. Все развивается, всему свое время. Развивается, точно. А, значит, что еще?
еще хочу спросить. Вот ты работаешь, да, у тебя есть какая-то команда вообще? Расскажи, какие люди там пишут тебе минуса, то есть биты, или ты сам это все делаешь, какие-то лейблы, с которыми ты работаешь, или артисты? Вот. Слушай, ну если брать именно альбом «Отражение», то там приняли участие такие, ну, во-первых, я сам делаю биты, где-то треков 5 из 21, мой продакшн, потом Марат Крэк, да, он сделал мне очень много хорошего саунда. Beatmaker Beats, где-то 3-4 бита на его продакшн. Есть талантливый парень, особо неизвестный, но талантливый битмейкер — это Backbone. Вот. Ну вот, 4 битмейкера приняли участие. И питерские, да, помогают? Там, да, московские, конечно. Я стараюсь и тут, и там. Отлично. А вот, кстати, сразу, кого можешь выделить вообще вот из русского рэпа, да, сейчас кто актуален вообще? С кем бы ты хотел, допустим, поработать, записать какой-то фит, либо уже с кем записаны какие-то фиты? Слушай, ну сейчас появляется много MC, да, есть, допустим, даже в моей школе там 293 появились какие-то чуваки с ВАО, там, типа Северо-Восточный административный округ. А, слышал я что-то, слышал. Вот такие молодые ребята, талантливые, я думаю, что в каком-то, там, не знаю, будущем они вырастут и реально могут взорвать сцену. Вот, может быть, с такими MC, а в плане, с кем бы я хотел, этот длинный список, но в основном он уже осуществлен, это Смоки Мо, это Фьюз, это Кажи Обойма, Караб, то есть питерская туса, Литрюк, конечно же. С Лигой я бы что-нибудь сделал с удовольствием, потому что там... Предложения какие-то уже ему поступали? От Лиги? Нет, пока что это так, в порядке мыслей, но я думаю, что в каком-то направлении можно было бы что-то совместно сделать. Окей. Слушай, насколько вот, сколько я тебя помню, да, ты все время... С дредами. С локами. Да, очень давно. Вот интересно твое мнение, вот как развивается вообще раста культура в России, да, там, не в Москве, вообще в общем, по отношению, как русский рэп развивается, да, и раста. Вот что бы ты хотел изменить, или вообще какие-то, то есть, существуют какие-то команды, какие-то лейблы, кто занимается именно как бы раста музыкой, раста культурой? Слушай, ну вообще есть, в принципе, Лев Прав звук, есть какие-то люди, кто делает, неплохо делает регги, но в целом, конечно, хотелось бы развитие регги-культуры, раста-культуры, потому что есть раста, да, есть псевдо-раста. И то, что там молодые парни, не знаю, берут там пластмассовую бутылку, в пятером мутят мамины деньги, скидываются в пятером, берут кусок какого-то гарика, непонятно где находившегося, да, перевозившегося. Это не раста, да, то есть, потому что, ну что может человек там получить, там, не знаю, опять же, от ганжи, да, если вокруг него серые стены, да, не знаю, постоянно ржач, какой-то тупняк, да, жесткий. Это псевдораста культура. Если говорить именно о раста культуре, то... Как она вообще развивается вот по отношению к русскому рэпу? То есть она медленнее, да, как-то все двигается? Ну, слушай, это, да, наверное, медленнее сам ритм в жизни раз, да, и поэтому, конечно, медленнее. Вот, тем более, что нету каких-то регги-тусовок, да, чем хип-хоп абсолютно не страдает, потому что там есть нормальные хип-хоп-тусы, и там и R&B, и хип-хоп, да, даже фан, какие-то вечеринки. А в плане регги-вечерин, какие-то концерты, вот Скаталайз, допустим, приезжает, да, там, не знаю, Бенни Ман был, многие, раста собирается именно там, а так, что, чтобы был какой-то круг, как в хип-хопе именно раста, да, что раста там, я не знаю, сказали, давайте в начале там, сентября мы встретимся на манежке, вытащим бонги и гитару, да, ну вот, споем регги, и, там, будем за мир, вне власти и прочего, такого нет. Вот это обидно, конечно, но я думаю, в дальнейшем вполне возможно, что будет все развиваться. Да, вот, а в целом... То есть раста и хип-хоп, ну, они идут рядом, да, то есть именно true хип-хоп и true раста. Поэтому общее развитие одного влечет за собой общее развитие всего. Понятно. Как относишься к критике в свою сторону? Вот когда, знаешь, ну, на форумах там или еще где-то выкладываешь какой-то свой сингл или там какой-то материал, да, и люди начинают, ну, грубо говоря, начинают срать, да, не разбираясь в творчестве там артиста. На тебя это вообще как-то влияет? Слушай, обращаешь на это внимание? На меня влияло это в детстве, да, когда
там хип-хоп.ру какой-нибудь, шел жесткий засер, BIM и Чека в частности, да. То есть я заходил, на мои детские мозги это влияло, конечно, потому что как бы только появился интернет, какие-то развития, и вдруг там, я не знаю, под вечер я захожу и читаю там 300 сообщений об альбоме BIM, где жесткий засор, да. Вот, а сейчас мне пофигу, как бы кто-то там пишет, вот недавно там выложили трек с IQ, да, кто-то пишет, что там дреды, длинные волосы, там, это вообще для баб и священников, реальные пацаны не ходят с длинными волосами, то есть, ну, это полная шляпа, да, на это я не обращаю внимания. Я с удовольствием выслушаю критику, которая оправдана, да, допустим, какой-то человек делает рэп тоже, да, и я знаю, я его уважаю, и он мне говорит, что чек, вот, что-то, ну, здесь хреново, мог лучше сделать. К нему я прислушаюсь. А если просто какой-то засранец там заходит на форум или на сайт и там, я не знаю, своими пальцами научился не играть на фортепиано, а стучать по клавиатуре, да, и таким образом он хочет как-то мне навредить, не, это дерьмо, мне пофигу на него. Я знаю, что у меня есть свой слушатель, есть люди, которые слушают Крэк и Чек, Чек. Да, я скажу больше, вот я знаю, что, ну, Крэк и Чек, да, допустим, у вас достаточно хороший гастрольный график, да, то есть вы нормально и поездили, и ездите, и ты уже состоявшийся артист, скажем так, да, вот скажи, какую планку ты вообще себе ставишь в развитии? Что дальше, да, чего ты хочешь добиться в итоге, к чему прийти? Не знаю, пока ставил планки и как-то через них уже перепрыгнул, а сейчас хочется наоборот от этой планки избавиться и все просто делать в кайф. Сделать в кайф, да, экспериментировать. Вот. Как бы мне очень близок джаз, мне очень близок соул, музыка, регги, конечно же, фанк, музыка. И мне не хочется акцентировать как бы свое мышление именно в рамках хип-хопа все, да. Мне хочется какой-то коктейль стилей, понимаешь, хочется, то есть не здесь на земле, а как-то полететь, и чтобы когда ты выходил на сцену и брал микрофон, передавать людям не просто какие-то слова, да, а именно музыка, понимаешь, это к сердцу, к душе людей. Да, скажи, вот ты слушаешь, да, много музыки, вот много фанка, там, соул и так далее, что ты любишь слушать в плеере и любишь ли слушать себя? Свои какие-то треки переслушивать постоянно? Знаешь как, себя люблю слушать, вот, но опять же не фанатею, то есть я не сижу дома и не прослушиваю свой альбом, да, там, пока не усну или там фиг знает, не потеряю сознание, нет, такого нет. В плеере, да, у меня есть какие-то мои треки, но в основном это Боб Марли, это Эрика Баду, если брать фанк, это Old Jays, если регги за Эфиопианс, очень много. Если хип-хоп, то, конечно, диджей Премьер, то есть Афура, такие люди, как Slum Village, такие люди, как Джей Дила, Пит Рок. Вот. Но я все-таки, мне нравится какой-то необычный хип-хоп, знаешь, smooth хип-хоп. Вот как-то. Окей, так. Я понял. Так музыки очень много. Вот, слушай, перед тем, как ты пойдешь к микрофону, скажи какие-то пожелания читателям портала. Старайтесь, не знаю, как-то импровизировать, слушать себя больше, не обращать внимания на всякое дерьмо, которое пишут или говорят о вас. Вот. А это что касается людей, любите, уважайте друг друга. Вот. А если брать МС, то не надо войны, Питер-Москва, мы не воюем. Кому нужны эти планты в стиле G-Unit? Мы здесь, чтобы ты понял, чтобы ты помнил. Наши люди, мы вас любим. Кухня рулит. Фристайл Будка на Ида R&B. Цени. Big up for freestyle room, we run it fresh tonight. Hey, yo. Дороги охвачены пламенем электрических зон. Поверь, давно исчерпан истерический сон. Лёпа тропический зон, поджог космический бомб. Выкинув в бездну весь теоретический гонг. Люди как белки в бешеной гонке, крутя колесо, оставляют лишь пепел иллюзий на чаше весов. Чаще всего теряясь где-то в чаще веков, человек от обезьяны ушел не так далеко. Йо. Последний экспресс дали бесследно исчез, и мы одни. Круговорот беседы ничем, снова скит и ютиться в какой-то дыре, собрав коллекцию мгновений в помойном ведре. Саботаж, последний этаж, зеленый бумажный мираж, гоняет кураж. Тираж виражей, тиран и дурак, а мы возносим три цвета свобода на флаг. Наши мысли в умах и на кипе бумаг, пока толкает липовый шлак многочисленный враг. Освободи свое сознание в ходе истории, переведи мяч одним касанием на чужое поле, хоми. Таинственный образ уносим с собою на память, yeah.
в поиске рая, блуждая от края до края, yeah. То камнем на дно, то раненой птицей взлетая, забыты людьми, вновь возвращаемся в стаю. Мне нужен рит города, чтобы делать хип-хоп, ручка и блокнот, чтобы разложить семь нот. Мне нужен бит и бас, никто из вас не уснет. Стрит и джаз увлечет тебя, как уличный спорт. Отведусь сорт моего стафа, выдержка в 10 лет. Меня не в списках VIP, все знают, что приехал чек. Майк, чек, 1, 2, в клубе устроим ночлег, йоу. Черный как рэп, но и белый как снег. Кручу рифму как хочу, словно бибой свечу. Мне нужны друзья, чтобы стоять с ними плечом к плечу. Мне нужна любовь, чтобы заполнить пустоту. У нас есть все, но хочется еще чуть-чуть, а я. Мне нужен путь, чтобы рискнуть, чтобы очередного снова пнуть. Основа и суть в том, что без мазы понты гнуть. В дом неся негатив, не замкнутый в себе замками. Взрываем сплиф, right? Бомбили-бим, бомбили-бом, это бомба. Е-е-е-е, е-е-е-е, о-о-о, е-е-е. Йо, респект всем хорошим людям, респект всем МС. Нет войны, любите и уважайте друг друга. One love, wow! Фристайл-будка на Indo R&B. Цени.